Я снимаю для YouCook видео салат рыбный по-шопски. Для приготовления этого салата нам понадобится рыбное филе, предварительно отваренное или протушенное, порезанное мелко, вареный рис, вареные яйца, яблоки, соль, зелень, майонез. Яблоки очищаем. Нарезаем яблоки часть ломтиками, часть кубиками. Режем яйца. Смешиваем все ингредиенты. Заправляем майонезом. Солим. Выкладываем на тарелочку и оформляем наш салат. Салат готов.